Вечер, мои дорогие друзья. Вот привезли мы Сванагра в хозяйство. И как вы думаете, после какой фрезы мы ее привезли? После АЗАС. У меня насчет нее свое особое мнение. И уже очень много клиентов подтверждают мою позицию. Сванагра АЗАС. АЗАС всегда проигрывает. Что хотите мне говорите, я точно в этом уверен. Вот это после новой фрезы. Вот она разбивает, она намного лучше разбивает, чем Азат. Фреза индийская. Еще раз повторю, фреза индийская, Сват Агро называется. Сейчас покажу два следа, проход этого АЗАСа фрезы. Вот два следа АЗАС. Комок больше намного. И после редуктора остается много тоже комков. Крупного. На АЗАСе два ножа, а на индийской 6 ножей. Вот и разница ощутимая.